Всем добрый день! Сегодня хочу показать вам, как можно оформить красиво, я бы сказала, оригинально вышивку. В интернете я видела, что вместо рамок используют именно пяльца. А вот в центре используют маленькие пяльца и ткань вырезают. И вот так вот смотрится очень интересно, с вырезанной серединкой. Но маленьких пялец у меня пока еще нету, хотя я выписала в интернете уже. А сейчас вот решила показать вам такой эконом-вариант. Вот это вот пластмассовое кольцо, это верхняя часть от стаканчика, от сметаны. Вот я вырезала, обчертила. Теперь замеряю, смотрю, сколько нам надо прибавить на шов. Ну вот, миллиметров, наверное, 8. Значит, от этой линии прибавляю 8 миллиметров. И вырезаю. Вырезали. И край будем обрабатывать вот такой эластичной лентой. С пялец, конечно, снимаем. Потом опять все это посадим на ниточку. Край растягиваем. Ну и в придачу еще сделаем надсечки. Не доходя до линии, ну, наверное, миллиметра 3. Эластичная бейка имеет по центру полосочку. Я вот так ее подкладываю под изнаночную сторону. Край совмещаю именно с этой полосочкой. И пристрачиваю. Это будет вспомогательная строчка. Растягиваю, чтобы вот эти надсечки разошлись. Бейку не растягиваю, просто пришиваю обычной строчкой. Так, ну и здесь пускай будет небольшой нахлёст. Теперь отгибаем на лицевую сторону и прострачиваем. Вот так получилось. Срез вышивки обработала зигзагом и припосаживаю на крепкую ниточку аж в 4 сложения. Конечно, все это я делаю как бы повтор. Было бы правильнее сначала обработать вот этот центр, а потом уже делать вышивку. Это было бы правильно. Но вы знаете, я человек настроения, и поэтому вот мне очень хотелось. Вот это я вышивала 2 дня понемножечку, по капельке. 2 дня назад мне очень хотелось вышивать. А вот обрабатывать, ну, никак не хотелось. И поэтому я вот решила сделать так. А вы, если будете так делать, конечно, обрабатывайте сначала центр, тем более, может быть, у вас не получится обработать центр, а у вас уже будет сделана вышивка, на которую вы потратили много времени. Затягиваем. Так, стянула, но не завязываем пока. Не завязываем. Потому что нам надо вот это вот центр закрепить. С
раскалываем булавочками верхний и нижний слой ткани, а внутри у нас располагается наше пластмассовое кольцо. Ну вот буду, наверное, для удобства вот так вот скалывать диаметрально, чтобы было у нас все равномерно. Когда я в интернете увидела оформленные вышивки и центр вот так вот вырезано отверстие, и все это закреплено маленькими пяльцами, которых у меня нету, вы знаете, я так загорелась, думаю, ну надо ж, можно ж придумать какой-то вариант альтернативный. И вот думала, думала и придумала. Как мне часто пишут в комментариях, голь на выдумку хитра. Ну, думайте, что хотите, голь, не голь. Но я придумала. А пяльца я уже выписала. Так что пяльца выписала. Я на вот этой вышивке, конечно, не остановлюсь. Я хочу сделать еще вышивку сирени ленточками. А потом еще ленточками ландыши. И все это будет у меня в мастерской на стеночке. Буду любоваться цветами, ручной работой, именно холодными зимними вечерами. Так, закрепила. Так, теперь берем и закрепляем серединку к вышивке любым удобным способом, любой строчкой. Но я вот решила швом козлик. Думаю, что все получится. На бейке буду брать побольше, а на вышивке поменьше. Ну вот так прям по две ниточки буду брать. А если вдруг уж получится неаккуратно, всегда можно там проложить какую-то строчку. Беечку располагаем таким образом, чтобы она не выглядывала на лицевой стороне. Вот так получилось. А вот теперь затягиваем и завязываем. А вот перца, пожалуй, вверху я располагать даже и не буду. Они зеленые, без них будет все аккуратнее и нежнее. Вот так на стеночке в шейной будет висеть моя сирень. А чуть выше расположилась вот такая сирень из холодного фарфора. И скоро здесь уже будет сирень с атласных ленточек. Не пропустите новое видео. На сегодня все. До свидания. Всего доброго.